Всем привет! Если вы меня сейчас слышите, это значит только одно, что вы со мной на правильном канале. На канале, где мы для вас приготовили очень много интересной и полезной информации из сети. Ну что же, поостроумничаем. Интересно, что употребление свеклы может помочь вам определить уровень кислоты в желудке. Все, что вам нужно сделать, это съесть овощ, а затем проверить цвет вашей мочи. Если ваша моча прозрачная, это означает, что у вас достаточно кислоты в желудке. Если у вас розовая моча, ваша желудочная кислота довольно слабая для желудочной кислоты необходим PH, чтобы сделать витамин В12 более доступным, а также разрушить белки. Если вам не хватает кислоты в желудке, вы не сможете правильно переваривать белки, и они попадут в тонкую кишку в виде фрагментов белка, а не аминокислоты. Следовательно, это может привести к широкому кругу проблем, из которых наиболее распространенная это протекающая кишка. Этот синдром обычно развивается, когда частицы клейковины делают отверстия в тонком кишечнике, что позволяет непереваренным пищевым компонентам достичь кровотока. В дополнение к повышенному риску попадания в кишечник неправильное поглощение витамина В12 также может сделать вас более утомленным. Другими словами, не только ваши проблемы будут развиваться вы будете уставать и истощать все время однако об этом э, ни о чем беспокоиться пусть светла даст вам внутреннюю информацию о том что происходит с кислотой и найдите способ решить эту проблему. Если ваша моча имеет розовые оттенки после потребления свеклы, это означает, что ваш PH слишком низок. Если это так, вам необходимо сделать следующее. Выпейте 2 стакана воды за 15-30 минут до еды. Питьевая вода перед едой дает вашему желудку водную куртку которая в свою очередь защищает ее от кислоты. А юридическая медицина предполагает, что желудок будет реагировать должным образом и увеличивать выделенное выделение соляной кислоты. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте, так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И если э, вы нашли здесь полезную для вас информацию, с вас пожалуйста лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся.